Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. Сегодня у меня обзор на видеорегистратор TrendVision MR1000. Нажмите колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. В поддержку канала жду ваши лайки и комментарии. Умный двухкамерный автомобильный видеорегистратор, выполненный в корпусе накладки на штатное зеркало заднего вида. Благодаря выносному GPS-модулю, яркому сенсорному экрану, широкому перечню возможностей AI-ассистента и остальным полезным функциям, данная модель в десятки раз приумножает удобство и безопасность вождения автомобиля в сравнении с использованием классических видеорегистраторов. Благодаря выносной задней камере видеорегистратор способен предоставлять обзор тех зон проезжей части, которые не видны водителю в штатных, центральном и боковых зеркалах автомобиля. При обнаружении объекта, появившегося в слепой зоне, ассистент AI сигнализирует о нем. С соответствующей стороны регистратора загорается красный индикатор, который сопровождается звуковым сигналом. Данная система настраивается по параметрам чувствительности. Если вы стоите в пробке и авто перед вами двинулось с места вперед, видеорегистратор предупредит вас об этом звуковым сигналом. Это позволит моментально отвлечься от мобильного телефона или других посторонних дел за рулем. Видеорегистратор считывает разметку по полосам на дороге, и если автомобиль начинает ее покидать, MR1000 предупредит водителя звуковым сигналом и отображением смены полосы на экране. Так что в случае, если вы начали засыпать за рулем или каким-либо еще образом отвлеклись, система поможет вам избежать ДТП. Если происходит быстрое сближение с объектом перед автомобилем, то видеорегистратор предупреждает об опасности звуковым сигналом и цветовым выделением объекта на экране. Зеленый – безопасное расстояние, желтый – удовлетворительное, красный – опасное. Данная система настраивается по параметрам чувствительности и скорости движения. Управление видеорегистратором можно производить прямо на экране простыми касаниями пальцев. Яркость красок интерфейса дополняется интуитивно понятным меню и простой настройкой. Наличие задней камеры с Full HD качеством позволяет фиксировать не только происходящие позади автомобиля события, но и номера автомобилей, знаки дорожного движения и действия пешеходов. Помимо этого, при движении автомобиля задним ходом на экране отображаются парковочные линии, которые позволяют объективно оценивать расстояние до объектов позади и сделать парковку более безопасной. Выносная GPS-антенна обеспечивает водителя актуальной информацией о скорости движения автомобиля, а также автоматически обновляет поступающие со спутника данные о дате и времени в месте нахождения автомобиля. Даже когда экран видеорегистратора зеркала выключен, время и скорость движения автомобиля продолжает отображаться на дисплее. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Камера заднего вида без ИК-подсветки. Перестал работать GPS. Устройство медленное, вероятно, сэкономили на начинке. Навигация долго грузится, работает медленно. При подключении камеры заднего вида к парковочному режиму совершенно неинформативно. Нельзя выставить предпочтительный режим после включения. Задняя камера слабая, вечером разобрать номерные знаки уже невозможно. Теперь перейдем к положительным. Удобно, функционально. Работает шустро, качество хорошее. Наличие суперконденсатора вместо аккумулятора. Удобное расположение на зеркале заднего вида. Не привлекает внимания, не нужно убирать от возможного похищения. Задняя камера выручает. Объектив хорошо вращается, можно установить даже на праворульной машине. Спасибо, что досмотрели до конца. Напомню, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Также не забудьте написать комментарий и поставить лайк. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Правильный Выбор.